Всем привет, с вами Лев, ребята, и сегодня играю в быстрый ультра-хардкор на сервере Hypixel, и, ребята, да, в принципе, окей, начинается наша первая катка, и, ребята, в принципе, окей, да. Что же, ребята, здесь надо делать? Здесь надо, ребята, ломать поначалу ресурс, да, вам дают где-то, я так понимаю, секунд 50, да, и, в принципе, ребята, да, вы должны добывать ресурсы, делать броню, делать оружие, и, ребята, суть в том, то, что здесь у тебя жизни просто так не восстанавливается. Они восстанавливаются только золотыми яблоками, да. Ну и, в принципе, ребята, окей. Я, ребята, как бы лутаю, ребята, вещи, и, в принципе, окей, да. Как видите, я уже достаточно неплохо, ребята, залутал вещей, да. В принципе, пойдемте вниз, да. И, в принципе, окей. Так, тут у нас есть, ребята, алмазы. Я думаю, я их успею скопать, да. Я их, в принципе, успеваю скапывать, да. В принципе, ребята, окей. Так, давайте поднимемся вверх, да. И, ребята, да, у меня сейчас стоит дефолтный, как бы, кит, да. И, в принципе, ребята, окей, да. Как бы, давайте с вами сразу сделаю оружие, да. Сделаю, ребята, меч, да. И, в принципе, пока что все, да. Сделаю вот такую броню, да. Поначалу, да. И, ребята, естественно, нужно сделать что-нибудь такое, да. Блин, я сейчас только понял, зачем-то я взял кирку хорошую, да. В принципе, ладно, ничего страшного, да. Просто можно было сделать алмазный нагрудник потом. Ну ладно, в принципе, я пошел в другую базу, да, буду там убивать игроков, да. У нас, ребята, 6 игроков сейчас. И, ребята, да, как бы, да, это тот самый веселый ролик, да, который должен был выйти, да, уже давно. И, ребята, я его наконец-то записываю, да. Не знаю, я надеюсь, что он выйдет в субботу или в пятницу даже. Поэтому, ребята, как бы, если он вышел там пораньше, или в субботу, или в пятницу, то, ну, если в пятницу вышел, то поставьте лайк, да. И, в принципе, да, это будет круто, да. То, что, типа, да. Да. В принципе, окей. Давайте я сразу возьму дерево. У меня чуть не выпало яблоко. Это немножко странно. Так, у меня, ребята, есть яблоко, есть даже чужой верстак. В принципе, окей, вот так вот сделаю, ребята. И окей, да. У меня еще есть карта, я не знаю, что с ней надо делать. Как бы это просто как бы. Это что такое? Это что такое? Ага, я понял, это игрок, надо его убить. Да, я его, в принципе, убиваю. У меня сейчас восстановилось сердечко. Это странно, да. Вы сейчас увидели, наверное, подумали, да, то, что восстанавливается. Это, видимо, еще от яблока было, да? В принципе, ребята, окей, я отсюда вылезаю, у меня 13 верстаков. Это нормально, ребят. Что за дичь, окей, ребята. Бегу дальше, попробую, не знаю, воду выпить. Так, подожди-ка. Сейчас я отбегу. Да, как видите, у меня жизни уже не восстанавливаются. Так, мы, в принципе, попытаемся завести этого чувака в комбо. И что не получилось. В принципе, ребята, ладно, да. Дело в том, что здесь есть еще граница, которая будет уменьшаться. И суть в том, что если ты, ну, то есть ты долго не сможешь находиться на своей базе. Я так понимаю, что когда первый этап закончится, то в базе под землей нельзя уже будет сидеть. В пещере, да, где добываешь ресурсы. И это достаточно хардкорно, да. В принципе, окей, у нас второй раунд, да. И у меня есть, ребята, разные киты. У меня есть еще верстак, золотой блок. Ну, давайте, уже не успел его взять. Ладно, ничего страшного, я, в принципе, спускаюсь, да, осторожно. И, ребята, окей, давайте я возьму заодно еще дерево. То есть могу его сломать рукой, да, и оно полностью выпадет тебе, да. Мне почему-то яблок не выпало, да. Видимо, просто не было их, да. Или что? Так, я не могу залезть, вот теперь я могу, да. Так, вода есть, в принципе, прыгаю, да. В принципе, логично. Остается у меня уже 20 секунд, да. Пока, блин, спустишься, карта на самом деле так себе. В принципе, окей, да. Как бы говорить, я лутаю, ребята, вещи, да. Ну и, в принципе, ребята, да. Как бы напишите в комментариях, да. Если вы хотите еще увидеть этот режим, я думаю, что кто-то напишет, да. Если посмотрит ролик, да. Поэтому, если вы посмотрели ролик, то напишите в комментариях, да. Обязательно, да. В принципе, ребята, окей, я сразу, ребята, делаю оружие, хотя нет, не оружие, сделаю кирку и сделаю, ребята, топор. Сейчас вы поймете, почему, потому что здесь, ребята, есть 5 алмазов на каждой базе, да, по 5 алмазов. Также здесь есть Insane мод, там намного все веселее и хардкорней, да. В принципе, ребята, да, тоже напишите в комментариях, да, как бы,
снять ролик мне в Insane моде, да. Там реально сложно. В принципе, ребята, окей. Делаю так вот, ребята, лутают, как бы. Ой, это выкинул топор. Да, ребята, да. Надеюсь, вам понравится. Это не режим, он очень прикольный. То есть, как бы, уменьшаются границы, как видите, мне через 2 минуты почти, ну, 2,5 будет закончиться, ребята, граница, то есть будет уменьшаться. Потом будет второй этап, потом, ребята, будет смертельный бой, да. Это на самом деле очень страшно, да. То есть, реально, когда так все уменьшается, там особенно когда смертельный бой начинается, очень быстро граница уменьшается. Так быстро, то что реально можно испугаться, да. В принципе, окей. Я когда первый раз это увидел, я очень испугался. Я вряд ли вам, конечно, покажу. Ну, хотя сейчас никто никого еще не убил, поэтому ладно, да. Поэтому я думаю, еще есть шанс, то, что покажу. Но это не точно. Просто за это время обычно все умирают уже, да. В принципе, окей. Так, я сейчас бегу вниз, да. И, в принципе, окей. Так, ага, я вижу девочку. Окей, мы пытаемся себя убить. Да, она почему-то без брони, видимо, она первый раз здесь играет. Ничего страшного, в принципе, я заберу алмазы, ребята, и теперь смогу, как бы, уже сделать себе нагрудник, да, вот, как видите, мне как раз хватает на нагрудник, да, и, в принципе, все, ребята, как надо, да, у меня есть нагрудник, да, и, в принципе, окей, делаю еще 2 яблока, да, и, в принципе, ребята, окей, идем, ребята, дальше. Так, я вижу игрока сверху, да, осторожно сейчас быть. Выйти осторожно надо, если честно. Так, вот так вот, на шифте выйду. Вот он, ник там, да, торчит. Может быть, даже ближе есть, я не знаю. Что-то я не вижу, да. В принципе, ладно, да. Сейчас я попытаюсь, вот он игрок, давайте мы его убьем. Потому что киллы тоже неплохо, да. В принципе, окей. Здравствуйте, мистер игрок. Он нубик, реально, у него скин нубика у меня бьет слизью. Окей, в принципе, ладно. Да. Окей, я, в принципе, беру вот так вот, он меня немножко подорвал, но жизни у меня не ушло. Уменьшение границ сейчас будет, да. И пока что я могу так ходить, то есть вы видите то, что безопасно. Но когда границы начнут уменьшаться, ты просто умрёшь, да. Это очень страшно. Ну, то есть поначалу, я так понимаю, в первом этапе самое медленное сужение, потом побыстрее, потом очень быстрое, да. Вот как-то так, да. В принципе, окей. Давайте, ребята, добуду деревья, да. Надеюсь, вам понравится реально этот ролик. Я, ну, как бы, не хочу просить лайки, да. Ну, как бы, да. Окей, да, я так понимаю, то, что до вот этого здания, то есть до шахты, сейчас зайдет вот эта вещь, да. Закроет границы, да. В принципе, окей. Вроде бы животные должны выжить, если они будут стоять на месте. Так, ну вот. Видите, здесь еще пикает, то есть если вот я буду так стоять, то у меня начнет пикать, типа опасность, типа, вы видите, все быстрее и быстрее, вот, да, а если отойду, не будет пикать, да, в принципе, окей, да, или это пикает из-за того, что близко, да, вот, видите, границы мира можете видеть, да, насколько уменьшилось, я на самом деле не смотрел, буду теперь смотреть, чтобы интереснее было, да, у меня только 2 яблочка, это плохо, да. Так, теперь игроки отображаются на карте мира. Карте мира, блин, карте местности, да. Это круто. Так, один чувак. Ага. Вот туда. Туда. Вот он где-то тут. Да. Значит, второй этап уже база закрывает. Окей. У нас, ребята, есть шанс его сейчас вальнуть. Я не знаю, есть или нет. Если это очередной читер, то это меня вообще не радует. Если честно. Так, мы что-то все идем на одну точку. Так, ага, он здесь, окей, мы его сейчас вольнем, я скушу яблочко, и на всякий случай, да, дополнительные сердечки здесь очень важные, да, в принципе, окей, сейчас я его попытаюсь убить, они все идут на центр, но у него хп поменьше, поэтому я тебя вот так вот бегу и как бы валю, да, мы тебя вот так вот валим, и я отбегу, потому что, блин, наверное, я вам не покажу этот способ, нет, так, в принципе, я отбегу. Потому что, не потому что у меня хп мало, ну, как видите, у меня их мало, да, просто потому что я хочу показать вам хотя бы второй этап еще, да. Хотя, хотел бы показать смертельный бой, как уменьшаются границы, очень прикольно это выглядит, да, поэтому, да, и в принципе, окей, сейчас, ребята, я продолжу. Как вы видите, через 10 секунд уже не будет этой базы, да. Я просто вам хочу это показать, просто, я думаю, будет интересно, да.
Потом я уже в других роликах не буду это показывать, да? Просто это реально достаточно интересно. Как видите, сейчас реально быстрее стал сужаться. По-моему, со скоростью шифта, если вот так вот делать, смотрите, я сейчас шифчу. И как видите, со скоростью шифта, по-моему, даже чуть-чуть быстрее. Да, ну прикольно, ребят. Потом вообще со скоростью, по-моему, ходьбы вот так будет вот, очень быстро. Вот прям со скоростью ходьбы это очень стрёмно выглядит. Ну реально, когда так быстро все уменьшается, это очень круто. Закрытие ада, кстати, сейчас когда будет, тогда и за... ну, тогда и как-то все, да, остановится. Все. В принципе, все. Дерева этого уже больше не будет, того мира мы уже не увидим. И смертельный бой через 1,5 минуты. Я очень сейчас постараюсь победить. Ну, в принципе, я в этом ролике хотел вам еще показать вот это, да, границу. Поэтому, ребята, это главная цель была, да. В принципе, ребята, да. Подписывайтесь, ребята, на канал, да, как бы. Будет очень приятно, если подпишитесь, да. Все дела, да. Конечно, ну как-то я не буду, наверное, в дальнейшем так говорить, да, типа подписывайтесь там и так далее. На самом деле это бесит, да, потому что если смотришь на другие каналы, все говорят, типа там, да, там, типа, подпишись, пожалуйста, там, я не знаю, и так далее. Я не собираюсь так же делать. Короче, ребят, момент истины. Это очень страшно сейчас будет. По-моему, это очень быстро сужается. Я, в принципе, сюда подойду. Смотрите, ребят, просто посмотрите на это. Просто это очень быстро происходит. То есть, посмотрите просто, как быстро все это происходит. Вы просто на это посмотрите. Капец, вы посмотрите, как это быстро все уменьшается. Тихо-тихо-тихо. Фух. Все, ребят, вот такое маленькое пространство. То есть мы уже в аду не можем туда-сюда бегать, то есть ад закрыт у нас, да. В принципе, будем искать чувака, вот он наш чувак, да, это реально жестко. И, ребята, в принципе, окей, я попытаюсь его убить, да, в принципе, окей, я его вот так вот попытаюсь завести, у нас, в принципе, это получается, и мы, ребята, и мы, давай, есть, ребят, мы побеждаем, и я, в принципе, ребята, на этом заканчиваю, да. У него был вот такой меч, ребят. Все, всем, ребята, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Потому что, ну, как бы я сегодня уже несколько раз пытался записать. У меня что-то бандикам не работал. Я уже записал 2 раунда крутых. Ну, в принципе, это окей, да. Показал вам, как бы, как играть, все дела, да. В принципе, да. Всем, ребята, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо. Пока-пока!